Это журнал, который я получил, когда стал консультантом Oriflame лет 20 назад. Вот, в частности, Магнус Бренстром уже не работает в Oriflame. Вот эта вот женщина, по-моему, давно уже тоже не работает. Здесь всякие истории с фотографиями на аналоговый аппарат о том, что люди счастливы, ездят на Коста-Рику, Гватемалу. Вот такой вот журнальчик.